Здорово, пацаны. В общем, хочу сегодня рассказать для тех, кто не знает, как можно прошить блок январь 7.2, либо Bosch 7.9.7+. С помощью вот такого вот кабеля, который, ну, рублей 200 стоит на Алиэкспресс. В общем, программу мы будем использовать чип-лоудер. В принципе, хорошая программа, есть свои плюсы, свои минусы. Но покажу, как она выглядит. Я думаю, видно будет. Вот. Ну что, с чего начнем? Начнем с подключения. Подключение для начала кабеля. Так, если смотрим вот так, но это, опять же говорю, это если кто не в курсе, не надо мне писать тут, конечно, это начнутся тут зентаки, да мы все знаем, да всем похеру. Нет, не все знают, я сам начал это программировать только вот в начале этого года. Вот, в общем, смотрим подключение. У меня тут все помечено. Так. Раз, два, три, четыре. Ну да. Седьмой это K-Line. То есть отсюда сигнал будет уходить на наш EBU. Дальше это четвертая нога. Это минус. И последняя самая нога. Вот, самая последняя. Это плюс. Запоминайте. Так, повторю. Четвертая минус. Седьмая K-Line. И шестнадцатая, последняя, это плюс. Дальше смотрим. Подключение блока. Подключение блока. Следующее. Так. Не знаю, видно, не видно. Так. Вот так вот точно видно будет. Какая тут нога получается. Короче, второй ряд сверху, крайне левая, это через резистор, точнее, вам 4 килоома, по-моему, подключаем сюда плюс. Потом 12-е, неотключаемое питание, сверху 12-я ножка. 13-е, подключение зажигания, ну, то есть через выключатель. Дальше, крайние два ряда, две крайние, это тоже плюс. Потом, блин, ни хрена не помню. Ну, в общем, кому будет интересно, отправлю картинку. В общем, дальше по программированной всей фигне. Так. Выбираем, то есть подключаем. То есть все провода подключили, кроме 13-й ноги. Ну, можно подключить ее, сделать через выключатель. Нажимаем установить связь. Нажимаем установить связь и подаем напряжение на 13 ногу. Связь у нас устанавливается. Все написано, связь установлена. Дальше мы можем считать прошивку. Нажимаем считать флеш. Сейчас будет у нас считывание. Что такое? Что такое? А, тут у меня прошивка, блин, не та, она не считывается. Ну ладно. Ну, короче, считали, все. Нам, к примеру, нужно загрузить. Открываем файл. Так, выбираем какую-нибудь прошивку. Блин, здесь нету. Открываем флешку. Флешка должна быть прошивка. Вот, выбираем прошивку. Нажимаем открыть. Можем добавить ее сюда в базу. Ну и жмем загрузить флеш. Так. Что такое? Давай, мерзавец. О, блин. Так, ладно. Смотрим, что у нас тут.
Может быть, заново надо установить связь. Так. Жмем установить связь. Включаем новую. Ага, вот пошло. Что-то отошло, видать. Все, связь у нас успешно установлена. Вот. Теперь можем считать флеш. Уберем. Нажимаем считать. Вот. Чтение пошло. Это если нужно считать старую прошивку из блока. Ну и резервировать на всякий случай. Вот он сохраняет. Считывает точнее. Дальше. Все, считаны. Нажимаем добавить в базу. Чик. И сохраняем, куда там нам нужно. Написано, обзываем его как нам удобно. Все, жмем сохранить, все, радуемся жизни. Так, все, нам нужно залить новую прошивку. Так, мы выбрали. Еще раз повторю. Выбираем так. Ну, там откуда-нибудь там раз. Открыть, нажали. Можно добавить в базу. Чик. Она вот тут как раз открылась. Потом загружаем эту прошивку. Нажимаем загрузить. Хоп. Идет стирание памяти. Вот сейчас запись идет прошивки. Ждем завершения. Но в январе шьются быстро. С Бошем приходится чуть подольше подождать. Да, кстати, чуть не забыл. Когда мы работаем с каким блоком, вот сверху выбираем либо январь, либо Bosch. Так, состояние процесса. Так. Все. Наша прошивка залита в блок. Чик. Нажимаем там выход. Ставим блок. Заводим, радуемся жизни. Так, ну ладно, с этой программой разобрались. У нее плюс один, то что на ней можно считать блок прошивку и сохранить ее куда-нибудь. Есть еще вот хорошая программка. Чтоб тебе. Так, выбираем январь 7.2. Порт связи. Ком какой у вас подключен. Скорость. Скорость лучше такую выбрать. C7600 вроде бы как. Так, здесь смысл в чем заключается. Здесь связь включается автоматически. Можно сразу все ноги подцепить. Вот. Потом все ноги подцепляем. Компорт у нас включен. Подаем напряжение. Все, связь у нас появилась. Очень удобная программа, но у нее... А, вот чтение было. Есть вообще-то у нее тоже. А, тоже можно сохранить. Да. Ну, в принципе, значит, это еще лучше программа. Так, чтение EEPROM, очистка EEPROM, если нужно очистить, тоже удобная функция. Дальше нам нужно записать. Где? Чтение, очистка. Что такое? Что-то не понял. Так, январь 7.2 у нас выбран. Чтение EEPROM. Ну-ка, если мы выберем прошивку, я что-то не помню. Вот здесь, по-моему, чтения-то вроде не было. Вот. Сохранить. А, нет. Ни хрена он не считывает. Это он сразу это записывает. Сначала считывает, потом выбираем прошивку, и он сразу ее записывает. Такой маневр. Честно сказать, я с этой программой особо сильно не знаком. В основном всегда использовал чип-лоудер. Но это тоже, в принципе, программа. Даже удобнее. Не надо никаких выключателей тыкать. Подключились. Он автоматически. Операция успешно завершена. Все. Наша прошивка записана. Вот версия ПО. Дата какая-то там. Ну, то, что в прошивке прописано. Все. Также нажимаем выход, отключаем все провода, питание,
идем, ставим машину, заводим, ездим, радуемся жизни. Дальше, что хотел сказать. Я использую для таких целей вот такой обычный блок питания на 12 вольт. Сделал такой, через такой разъемчик, все это схематично. Ну, свои функции выполняет, но ура. Но вот как так, если кому-то вдруг помог, ставьте палец вверх, не помог, ну, ставьте там вниз или куда хотите. Но так, ну, не знаю, первый раз делал на свой страх и риск, когда страшно было, конечно, думал, запарю сейчас что-нибудь. Но оказалось все намного проще. Так что никто не бойтесь, прошивайте, ничего здесь страшного нет. Не надо платить за это никому деньги, за операцию, на которую уходит буквально 5-10 минут. За это все отдаются деньги в порядка 1,5-2 рубля. Не знаю, не вижу смысла. Так что прошивайте сами. Кому нужны будут какие прошивки, обращайтесь. Помогу, чем смогу. На наши вазы, на 8, на 16 клапаны, на Bosch 797 и на январь 72 и 72 плюс. Прошивки большинство у меня есть, самые удачные. Так что пишите, кому что надо, помогу, чем смогу. Всем спасибо за внимание, всем пока.